В этом видео я хочу по-особенному рассказать о продукции, которой пользуюсь сама и пользуемся мы уже с большим сообществом девочек. И показать вам, что она натуральная. Она изготовлена вот из таких травок-муравок и актуальна для здоровья каждого человека. Итак, поехали. Итак, начнем. Первая, наверное, серия будет из трех продуктов зеленого масла. Вот так они выглядят. Вот такие чудесные три маленьких помощника в каждой семье. А теперь быстренько разберем о каждом. Вот это данное зеленое масло, мы его чаще называем классическим. Им можно смазывать пазухи носа, можно растирать грудку, спинку, ножки ребенку или себе. Также его некоторые закапывают в нос, разбавляя с водой либо с маслом оливковым, потому что оно очень мощное. Очень много случаев, когда геморрит проходит, когда обоняние возвращается после ковида, поэтому имейте в виду. Также, когда есть у многих нас, женщин, боли перед определенными днями, да, то намазав живот, скажем так, да, место, которое ноет, тоже снимается вот это болевое ощущение. Поэтому вот это маслице, оно очень-очень важно в семье. Маленький флакончик, расход очень экономичный тоже. Следующее, это зеленое масло для горла. Посмотрите, тут очень такая большая штучка длинная, да, которая помещается в ротовую полость и делается пшик. Пшик идет струей, это очень здорово, потому что попадает дальше, чем вы ожидаете даже. И это масло-спрей для горла, оно подходит и детям, и его фишка в том, что оно помогает практически с первого раза. Вот болит горло, попшикали, чувствуем, что больше не болит. Очень много, просто безумно много положительных отзывов именно об этом масле. Поэтому для горла, если у вас есть такая проблема в семье, имейте в виду. И капли зеленого масла с прополисом для носа, когда насморк. Вот эти капельки можно закапывать и взрослым, и детям. Они не жгут, они с прополисом. Тоже очень здорово пробивает носик и проходит у нас с вами насморк. Так что вот эти три помощника, это очень классные средства, чтобы у вас дома быстро все поправлялись. Вот если задача такая, что я хочу, если вдруг у меня ребенок, муж, мама там, или брат, да, кто с вами живет, быстро поправился, то вот эти три помощника очень хорошо решают все вопросы с простудными заболеваниями. Насморк, боль в горле. Поехали дальше. Следующее средство, которое тоже можно сразу показывать и рекомендовать, это зеленое масло уже в капсулах. Смотрите, вся серия зеленого масла, да, это все одно, одна серия, зеленое масло называется, да, Green Oil. Но это не значит, что состав везде один и тот же. Состав абсолютно разный. Он разный, потому что для разных аспектов, для горла, для носа, да. А вот данное зеленое масло, оно представлено у нас в капсулах. Сейчас вам покажу пластинку. Вот, обычные капсулы, да, такие желатиновые с маслом внутри. Но это не просто масло. Давайте посмотрим вместе с вами состав, и вы поймете, какое оно классное, а я вам объясню, для чего оно. Масляные концентраты на масле расторопши, крапивы, девисила, спирулины, мелисы, лаванта, травы облепихи, побега черники, шпината, земляники, подорожника, звездчатки, лапчатки, володушки и тысячелистника. Вот такой состав, вот это все экстракты в каждой капсуле. В чем фишка данного масла? Оно принимается внутрь, да, 30 капсул, 3 капсулы в день. То есть, соответственно, вам на 3 упаковки, если вы хотите пропить курс месяц. Фишка в том, что это масло, этот состав, когда проникает в ваш организм, находит самое больное, тонкое место в вашем здоровье и начинает оказывать на него свое влияние. И это тоже подтверждено отзывами многих людей, что кто принимал курс, именно месяц пропивал, те ощущают, что они начинают как бы летать, да? Легко все им дается, легче кажется многое. Ощущение такое, что я как бы обновилась. Вот если вам важно такое ощущение, как будто да, я омолодилась внутри, я обновилась внутри, то вот это зеленое масло нативное в капсулах вам будет помощником. Поэтому имейте в виду, сделайте скринчик, запомните, да, или запишите себе. Следующий комплекс, который я считаю, что нужен каждой женщине, это бьюти-комплекс, нативный бьюти-комплекс. Что такое нативный? Погуглите. Но если очень кратко и просто, это то, что когда компоненты создаются, да, для продукта, они остаются в своих свойствах, то есть их свойства не меняются, нативность, природность остается, натуральность, да, другими словами. Этот комплекс, он содержит, сейчас возьму новую пластиночку, он содержит вот такие вот витамины. Сейчас вам все объясню. Розовенькое утром,
голубенькое перед сном, ну вечером, а фиолетовое это пролонгированное действие, 3 капсулы, понедельник, среда и пятница мы принимаем. Вот, это комплекс для женщин, он помогает и для кожи, и для волос, но мне больше всего понравилось, что он дает хороший прилив энергии. Легко просыпаешься с чувством, что энергию ощущаешь внутри, да, себя. Мне понравилось вот это, это именно for ladies only. Это именно для девушек и женщин. Вот такая красивая коробка, сразу курс на месяц. Конечно же, я также хочу показать вам средства, которые нужны в обиходе каждой семьи. Даже если она не заинтересована в своем здоровье. Ну, вдруг такая есть. Вот первое такое средство. Кристаллический дезодорант. Это дезодорант кристалл. Давайте открою вам и покажу. Вот, это кристалл. Он твердый. И это 100% кристалл алунита. Вот. Он обладает дезинфицирующими средствами, он не будет закупоривать поты, но справляется с потоотделением на все 1000%. Вот просто если у вас есть подростки в доме, у которого высокое потоотделение, мужья или вы сами, или знаете, периоды женские, когда менопауза наступает, да, такие приливы, начинается потоотделение тоже очень сильное и пахучее, не будем стесняться этих слов, да, то вот этот дезодорант, он очень здорово вам окажет вот такое как бы эстетическое, да, значение. Не будет запаха пота, не будет таких прям мокрых подмышек, да. Это очень классная штука, правда. Просто смачивайте под струей воды, немножко убираете воду, да, стряхиваете и наносите на подмышечные впадины. Все, этот алунит вам хватит, ну, на года полтора вам точно хватит. Если вы будете всей семьей пользоваться, а можно так делать, да, потому что под струей воды, когда мы наносим, все смывается с него, он сам как средство, которое дезинфицирует, да, вот, такими действиями. Поэтому тогда вам хватит, ну, на полгода, может быть, если всей семьей пользоваться. Вот такой дезодорант, обратите внимание, стоит он недорого и правда. Да? Никаких не оставляет следов на одежде 48 часов. Вот, кстати, когда мы отдыхали с семьей, проверила, и правда, ну, более суток не было ничего, ни запаха нет. Короче, классная штука. Когда дачи, огороды начинаются, да, или какие-то путешествия, вообще классная штука. И последнее, что я вам хотела показать, также, что нужно каждой семье, я считаю, что можно опробовать и понять, штука и правда классная, это вот такие листовые стиральные порошки. Посмотрите, во-первых, они изумительно красивые, я считаю. Во-вторых, да, читаем, порошок-кондиционер, то есть это порошок вместе с кондиционером, белье после него мягкое. В чем уникальность? Эти две пачки у меня закрыты, открыты у меня с лавандой. В чем уникальность, сейчас покажу. Во-первых, вы видите, насколько он тонкий. Да, это не пакет стирального порошка или не коробос стирального порошка. Это вот. Удобно в какие-то переезды брать, да, может быть, в командировку, там, ну, я не знаю, у кого сейчас это актуально, да, но в любом случае на дачу. Очень удобно брать. Итак, он закрыт, да. Когда мы открываем, мы там видим вот такие пластинки, листочки. Он называется листовой порошок. Вот такие вот листочки. Видите? Вот. Один лист кидается прямо внутрь барабана, если у вас полная загрузка. Если у вас не полная загрузка, то вы можете свернуть, разделить на две части, да, и оторвать. Вот. На вот этих порошках, которые вместе с кондиционером, у них есть прямо тут вот такая полосочка для отрыва посередине. Пахнут они не назойливо. Вот я сейчас снимаю очень такой мягкий шлейф лаванды. И правда, они подходят для детской стирки также вещей, то есть они гипоаллергенные. И это вообще девочки, те, у которых есть стиральные машинки, мужья, дети, да, это вообще ноу-хау в мире стирки. Мне кажется, в 2022 году точно стоит попробовать что-то в этом роде и оценить. Вот такие у меня короткий обзор, да, отвечающий на вопрос, что мне попробовать, чтобы увидеть сразу результат. Вот я выделила именно эти продукты, которые по принципу того, что они нужны каждой семье. Конечно же, также у нас есть классный шампунь, от которого быстро растут волосы, да, у нас есть крема, которые очень классно создают лифтинг, причем такой натуральный, потому что они все на травках-муравках, да, и с правильно подобранным составом. У нас есть также декоративная продукция, вот, поэтому выбирать вам, ассортимент очень-очень широкий. У нас есть кисели, у нас есть многое-многое чего, да, и чаи, и кофе, но вот это, я считаю, постирать. Утром в ванне все делают вот это действие, да, которое создает наш день, чтобы мы были людьми, да, без лишнего запаха, скажем. Также, да, не болеть, чтобы не было насморка и не болело горлышко. Также, если есть какое-то заболевание, которое хочется подлечить, да, тонкое место в организме, вот, пропить на месяц зеленое масло в капсулах. Также, да, классическое масло зеленое, тоже очень классно оно действует, им и суставы смазывают многие, да, когда коленки болят, тоже и головная боль проходит, если височки помазать, тоже очень здорово. То есть, как вы видите, я сейчас в этом коротком видео показала вам все, что нужно просто для обычной семьи и ничего больше. Поэтому я надеюсь, мое видео вам было полезно. Всем спасибо за просмотр.